Итак, народ, всем снова привет, это еще одна часть по Team Fortress, потому что прошло около 2 недель, а я обещал хотя бы раз в 2 недели выпускать видео, как я просто играю в Team Fortress, поэтому пошлите. Так, давайте опять вагонетку возьмем, все равно вам пока этот режим не надоел, раз вы ничего не пишете, поэтому буду пока играть в сопровождении. Так вот, на этот раз я буду играть не за шпиона, потому что он порядком не надоел. А вот, наконец-то. Сейчас должно уже подключить. Да, надо было мне начинать... На следующий раз буду начинать, когда уже сервер загрузится. Итак, кого мы берем? Пойдем за синих. Миссия закончится через 60 секунд. Давайте мы возьмем вот этого чувака. Это кто такой? Это скаут или кто? Я просто не знаю, я не ориентируюсь здесь. Очень хорошо. Так, что у него есть? У него есть бита, пистолет и обрез. Окей. Ну, погнали. Все закончится через 30 секунд. Иди сюда. Готов. Я не знаю, за кого я играю, но, по-моему, это скаут. А, нет, у скаута, по-моему... Может, снайперка у него? Нет, слушайте, ребят, я не помню. Скажите мне, за кого я играю, короче. Ой-ой-ой, тихо. Fuck off! Нет! О, чемпионский марафон. А, я присоединился опять за команду лузеров. Ящик. Открыть рюкзак. Ну и чё? И чё мне с этими ящиками делать? Не-не-не-не-не, я не хочу ключ покупать, вы чё, идиоты? А можно открыть просто? Ну и не надо. А, это разведчик. Окей, я понял. Так, я играю за разведчика. Что, погнали? А, подготовка идет. Бита. Ого, что вы там делаете? Ни хрена себе, он быстро пистолет перезаряжает, а ну-ка. Слушайте, реально быстро. Окей, сейчас матч начнется и поиграем уже по-нормальному. Только вот мне бы потренироваться еще с этим обрезом ходить. А за двойной прыжок огромное спасибо. Да, приятный звук, ничего не скажешь. Ладно, я подключу запись тогда, когда подготовка закончится. Так, ладно, тут 10 секунд осталось. 3, 2, 1, погнали. Так, погнали. Нихера себе, они там уже турель поставили? Так, окей, я понял. Можно мне... А, респ, да. Ну, погнали. Да, за тиму лузеров играть как-то не хочется. Да ёлки-палки, что-то прям... Теперь хэви тут еще стоит. Я чувствую, это будет одна из самых худших частей по Team Fortress у меня. Ой, его еще медик хилит. Так, хп я пополнил. А, там медик был. Надо медика убить, твою мать. Нет! Охренеть, там просто один медик хилит Хэви, а Хэви всех расстреливает. Вот это... Вот это кейс. Не, это, конечно, тимплей, я ничего не говорю, но... Я не люблю так. Дайте хотя бы мне этот раунд сыграть нормально. Да ну в жопу. Теперь они все около турели сели. Там инженер, пироман. Так. Слушайте, с вагонеткой просто беда. Охереть, я просто ничего не успел сделать. Я хотел эту вот турель как-нибудь, ну, зацепить хотя бы. Вообще ни в какую, ни в какую. Медик, да-да-да. Надо турель нам уничтожать, медик.
А еще там, да, медик хилит этого сраного Хэви. Охренеть, я ничего не могу им сделать. Я как не пытаюсь. Что-то не особо. Я убил только одного человека. На! Есть! Я завалил Хэвика. Ай-яй-яй, тихо. Так, срочно, быстро на базу. А чё, на базе не хилят? Понял. Ну, имея в Team Fortress всего 3 часа, я думаю, можно и не удивляться. Так. Давай, вагонеточку. Пироман. Фак. Огонь. Да, меня бы это, потушить немного. Не успел, ладно. На крыше больше нет никого, да? Теперь они там все. Фак. Мы сделали это. Мы донесли вагонеточку до первой точки. Ну, нормально. Так. А можно я кого-нибудь найду, а? Я бегаю, крысю, никого нету. О, фак. А чё вагонетка не едет? Эй, вагонетка. Понял, там кулдаун. Ассист получил даже, нормально. Ну, следующее. Хэви, крит, на! Опять ассист, да твою мать, дайте я убью кого-нибудь, я хочу быть эгоистом. На! Ну, конечно, я его не убил. Вот, я ему оставил, сколько там, 7 хп я ему оставил. Я самый днищевый разведчик на свете. Так, ладно, сколько там у меня? 2-7! Ну, 5 ассистов. Ну, беда за бедой. Возможно, я выиграю раунд для команды. Понимаете, да? Тут счет был 0-8, ничего не менялось. Я пришел, и мы сейчас по ходу раунд вытащим. А, это наш. А может, он замаскирован? Или под разведчиков нельзя... Ой, под шпионов нельзя маскироваться вражеских, типа. Видимо, нет. Так это нормально, ну. Минус еще один. Вот это крит сработал. Отлично, чувак. Неплохо. Я уже начал что-то делать. 5-7. Хорошо, давайте проверим мою теорию. Правда ли то, что когда я пришел на сервер, мы выиграли раунд? Хотя я особо ничего и не делал. Ну окей. Так, а это можно сломать? Мне вечно надо что-то ломать. Сраный анархист. Так вот, народ. Если вы хотите, чтобы я поиграл за какой-то определенный вид класса, можете спокойно написать. Миссия начнется через 60 секунд. Я в любом случае поиграю за кого хотите. Так. Что же, сейчас проверим, да, еще один давайте раунд сыграем, и пока на этом хватит. Ну, знаете, вот, уже могу сделать какой-то вывод. Разведчикам мне тоже нравится играть. Почему? Во-первых, у него скорость передвижения достаточно высокая. Во-вторых, двойной прыжок, которым я не пользуюсь. Ну и если с дробовика удачно попадать в голову, в принципе, крит нормально наносит. Начнется через 30 секунд. Ладно, давайте сейчас еще раунд, да, сыграем. Эти козлы там, наверное, уже отстраивают турели всякие, да? Как обычно. Поэтому, если я сейчас выйду и умру сразу же, я вот нисколечко абсолютно не удивлюсь.
Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Четыре. Так, погнали, да? Два. Три, два, один. Погнали! Ой, пошла жара. Погнали. Хех. Хех. Нет. Нет! Нет! Где-где-где аптека? Аптека, аптека. Спасибо. Я не могу с базы выйти. Я с базы выйти не могу. Ладно, погнали. Не, подождите, закинусь и погнали. Спасибо. Погнали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, тут даже никого не было. А, у нас тут огнеметчик нормально. Эй, иди сюда. Бам-бам, по башке прямо, а, скотина. Есть. Go next. А чё я желтый весь? Чё за хрень? Меня какую-то бомбу метнули, что ли? Я ничего просто не понял. Так. Сейчас я к вагонетке сейчас приду, секунду. Крит, найс. Оу, е. Заслужил ачивку. Крепкий орешек. Ладно, я иду к нашей вагонеточке, Кена. What the fuck? Это что такое? А, это определенная, короче, штука с торговой площадки, которая позволяет откидывать. Ну, я не знаю, боже. Ну, улетел я реально далеко. Реально далеко просто улетел. Так. Что тебе надо, эй? Что тебе надо? Что тебе надо? Умри. 8-8. Нормально, я стабилизировался. Под КД-1. Фак. Потушите меня. А, меня отравили. Нет, помоги, медик. Тут же есть медик. Ты медик? Нет, ты не медик. Я не знаю, как медик выглядит. Пойду-ка я на базу, знаете. Я чувствую, что я умру такими темпами прям там. Оп, спасибо. Ладно, погнали к вагонетке. Так, вагонеточка, я здесь, погнали. Там-там-та-дам-та-дам. А вот и КТ. Еще ассист получил, да ёб твою. Ой-ой, там мясо просто. А можно обойти как-нибудь? Фак. Никак нельзя обойти даже это дерьмо. А, может, сверху можно. Я надеюсь, ни у кого эпилепсии нету, что я так быстро оружие переключаю. Просто я люблю переключать оружие. Я думал, это враг, окей. Я думал, это шпион. Так, наш. Хорошо, что Friendly Fire нет, иначе я бы всех тиммейтов убил. Что? Чем меня убили? Я не понял. Что меня так откидывает, твою мать? Ну, окей. Там, там. Вагонеточка, я иду. По-моему, там никого нет. Ну ладно, погнали все равно. Нет, пира! За что? За что ты так? А, меня убил какой-то мужик. Вот это, кстати, походу скаут был. А может, скаут это и есть разведчик? Просто, я не знаю. Скорее всего, скаут-то и есть разведчик? Не знаю я лучше. А, ой, не туда я щелкнул. Нет, не хочу я ничего, продолжить игру. А, так за синих, ну. Я не хочу за красных играть, мне надоело. Кстати, это первая серия по Team Fortress, где я играю за сторону, которая двигает вагонетку. Прошу заметить. Ой, фак. Пошли вон отсюда. Охренеть, здесь просто все летает, все взрывается. Я не знаю, куда идти, что это делать тут вообще. Вагонетка, погнали! Погнали, 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 вагонеточка, давай! Нет, нет! Ты же не убьешь меня! Пись! О, да. Это был изи.
Пам-па-бам-пам-па-бам. Ладно, народ, это было, в принципе, захватывающе. Так что хочется сказать. Вот этот вот разведчик, класс разведчика, мне реально понравился. И притом впервые сегодня я наконец-то поиграл за атакующую сторону, которая должна двигать вагонетку. И знаете, в принципе, это правильно. У команды, которая двигает вагонетку, мне кажется, больше шансов победить в этом режиме, чем вот те, кто обороняются. Потому что в любом случае мы даже с теми турелями и то смогли как-то вытащить. В общем, народ, спасибо всем большое за просмотр. Team Fortress будет еще на канале. Если хотите, чтобы я поиграл в определенный режим или за определенного персонажа, то пишите без проблем. С вами был Спектр, и увидимся в следующих видеороликах.